Михаил Конюшенков работает в сфере охраны лесов на должности заместителя начальника парашютно-десантной пожарной службы. В 2013 и в 2015 году был удостоен премии губернатора Московской области по инновационным разработкам, которую Михаил успешно внедряет в своей профессии. Считаю, что достоин занять этот пост, так как я родился в этом городе, живу здесь, ращу детей своих, женат, имею двоих детей. Мне не безразличны вопросы и проблемы нашего города. И поэтому, надеюсь, вы поддержите мою кандидатуру и вместе приведем наш город к успеху. Другой кандидат Владимир Кувшинов имеет 5 образований, в том числе и юридическое. У него есть своя сложившаяся команда, с которой он готов приступить к работе. Меня озаботила бесконечная смена руководителей города. То их арестовывают, то убивают, то опять арестовывают. Вот. И, значит, я посчитал необходимым, используя свой опыт, значит, по возможности какие-то правильные мероприятия провести. Михаил Токарев проработал в правоохранительной системе более 20 лет, закончил Академию управления МВД РФ по специальности государственного муниципального управления. В последние годы занимал должность начальника полиции МВД по Сергиево-Посадскому району. Когда было принято это решение, да, что пойду на выборы на пост главы города, я считал, что не очень, наверное, честно выдвигать свою кандидатуру и находиться одновременно на этой должности. Поэтому принял решение об увольнении и сейчас иду вперед. Первостепенной своей задачей Михаил Юрьевич считает наведение порядка в сфере ЖКХ и обеспечение рабочими местами жителей Сергиева Посада. Меня поддержали почетные граждане Сергиево-Посадского района. И, вы знаете, я очень рад, что вот своя работа заслужила доверие. Хочу доложить вам, что сегодня я встречался с главой Сергиево-Посадского района Сергеем Александровичем Поповым, поскольку считаю, что глава города должен развивать и поддерживать те начинания, которые были им заложены 2 года назад в развитии нашего города. И мне было приятно, что вот в его лице, как главы, я нашел понимание. Тайным голосованием члены «Единой России» определили кандидатуру, которая будет представлять партию на досрочных выборах на должность главы Сергиева Посада 18 сентября. Число голосов выборщиков, поданных за всех кандидатов предварительного голосования, 23. Число голосов выборщиков, поданных за каждого кандидата предварительного голосования. Конюшенков Михаил Евгеньевич – 1. Кувшинов Владимир Захарович – 0. Токарев Михаил Юрьевич – 23. Ирина Самойлова, Валерий Плугатаров, «День города».